Спякота і дощ. Менавіта такое надвор'е чакае нас на бягучым тыдні. Па інфармацыі Магілёва аблгідрамета, у аўторак на тэрыторыі вобласці прагназуецца аранжавы ўзровень небяспекі па спякоце. Слупкі тэрмометраў у некаторых раёнах у гэты дзень падымуцца да адзнакі плюс 32 градусы. Температура ночью от 17 до 22 градусов тепла, местами короткочасовые дожди, навальница. У середу у день на большей частке в области ожидаются короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура днем до 31 тепла, у ночи от 15 до 20 градусов тепла. Прикладно такое же надворье захаваецца и у четвер, на сам реч спякотный прогнозуется пятница. У день до плюс 33, по информации Могилева облгидромета, в особных районах мостный дождь с порывами ветру до 15-20 метров за секунду. Махчимый град, нагадаем, у минулую субботу у некоторых районах в области так само назирались мостные дожди. Например, у Могилеве он начался каля 18.00 и протягивался несколько годин. За этот час у городе выпало каля 17 мм опадков, что складывает 60% декадной нормы. А вот на метеостанции Могилев у Могилевском районе приборы зафиксовали уровень опадков 36 мм. Это отповедает 120% декадной норме.